Меня зовут Диси Минги, я студент. Я изучаю русский язык в российском культурном центре в Республике Конго. Сейчас я хочу прочитать стих Константина Симонова. Жди меня, и я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят груз желтые дожди. Жди, когда снега мдут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест песен не придет. Жди, когда ужин надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горько и вино напоим души. Жди и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь. Всем смерчам назло, кто не ждал меня, тот пусть скажет повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.